США из-за аномально сильных морозов за неделю погибли 30 человек. Причиной смертей стали ДТП на обледенелой дороге и переохлаждение. Снегопады и холода установились на территории большинства штатов Атлантического региона и Среднего Запада. Власти не успевают справиться со стихией. Во многих штатах закрыты школы и детские сады. Коммунальщики до сих пор не могут восстановить обрывы на линиях электропередач. Убытки терпят и авиаперевозчики. В стране только за последние сутки отменили 1500 авиарейсов.